Сегодня мы будем готовить рыбу в казане на костре. А по такой погоде, чтобы не зажарить, надо для начала остудить кровь. За ваше здоровье! Для начала надо ее почистить и удалить жабры. Отрежем плавники и почистим внутренность. Кидай. Два. Молодец. Начнем закладывать казан. На дно казана положим лук. Сюда же добавим петрушку. Голова и хвост нам не понадобится. Нарежем на небольшие кусочки. Thank you.
посолим. Поперчим. Добавим еще немного лука. Алексей, на, ложи туда же. Давай, вместе. Молодец! Сюда же дольем 200 грамм вина. Ждем до полной готовности. Уже готово. Уф, как ароматно пахнет. Ну а этот стакан я хотел бы поднять за наших любимых, которые заставляют чаще биться наши сердца. За тебя. И за тебя, моя маленькая. Правильно. Папа острое любит. Папа. Мам! Все, мам! Бульон прям как уха.
Подай еще сыр. Давай еще побольше. Папа. Ау. Пука. Да.
Thank you.
Thank you.
Хорошо сварилось. Вкусно? Очень вкусно получилось. Фиби, отойди. На, тебе тоже. Фиби.
Иди, солнышко, ножик принеси. А какой? Острый. Thank you.
буду. Фиби, это не тебе. Ладно, ну офиги тебе.
На, кушай. Иди папе помоги. Алексей, иди воду открой. Воду открой.
Жирненький. Домашний. Натуральный. Рыжий! На, пей!
Руби. Попробуй. Что такое?
убирать отсюда. Супер. Вижу, вижу.
Алло. А. Вкусно. Thank you.
Вот-вот. Thank you.
Держи. Субтитры сделал DimaTorzok.
Можно я тарелочку? Попробуй. Это мышца вкусная, быстро. Алексия, иди кушать. Я домой, я с тобой. То вкуснее, чем крокодил. Очень вкусно получилось. Мама, ну что?
Пытаюсь сделать. Хватит. Жайки свалились.
Mm-hmm.